А вот за неоплаченный долг даже в 5000 тенге автомобиль может оказаться на штрафстоянке. Речь идет об административных взысканиях. 19 машин уже водворены. А стражи порядка намерены продолжить проверять всех до конца недели. Водитель этой иномарки задолжал по штрафам почти 80 тысяч тенге. Остановили его полицейские по улице Камзина. Проверили данные, в итоге машина оказалась здесь. Забрать ее мужчина сможет лишь после того, как закроет все долги. Кстати, раскошелиться придется и за место на стоянке. На разные суммы, бывает на 5 тысяч, на 17-й. Самый большой штраф был водворена автомашина УАЗ-2114 на сумму 270 тысяч. Российский учет тоже попадает под нарушение, тоже имеется нарушение, тоже по базе проверяем и также водворяем на специализированную штрафстоянку. Кстати, с российским учетом на штрафстоянку отправили 4 автомобиля. Всего водители задолжали в бюджет более 200 миллионов тенге за различные нарушения. За несколько дней 11 миллионов уже удалось вернуть. ОПМ будут проводить до 16 февраля. Артем Климан, Максим Носков, телекомпания «Ирбис».